Здравствуйте, друзья! Вы видите Сашу. Саша, помаши ручкой. Привет. Я помню, что советский букварь, по которому мы учились, начинался со слов. Первое, что вы видели в букваре, там было написано «Наши первые слова. Ленин. Родина. Москва». Вот. В американской школе таких слов не учат. А вот, например, изучают написание лимериков. Ну, Саша, сколько ты лимериков-то написала? Лимериков связаны. То есть значит, ты... я прочитаю один. Только громко давай. Да. There was a sea turtle of sea who really wanted to meet me. And when she went there, a fish yelled, beware, never did the turtle meet me. А потом есть этот, про рыбу. Давай. Two fish. There once was a fish named Beware. He lived in a wheelchair somewhere. He really was dumb, which made him want gum. He then thought he floated on air. There once was a fish named Hooray, who ate his big prey anyway. But Beware said, stop, so Hooray said, swap. Now Beware was called Big Old Hooray. Значит, они связаны, потому что тут черепах, тут была рыба, там где лимерик про черепаху, там была рыба. А рыба сказала Beware, а тут есть... рыба, которую зовут Beware, поэтому та рыба сказала Beware, значит, вот почему это черепаха. То есть присутствует логическая связь. Это почти как частушки. Друзья, лимерики – это американские частушки. Сашенька, а скажи вот... Сними меня! Да, да, это у нас младшая. Младшая требует. Подожди секундочку. Сейчас, снимем, подожди. Сашенька, а вот я слышал какую-то историю, что вам поручили на китайском языке выучить гимн. Ой. Расскажи, давай, чей гимн? Что за гимн выучить? Китайский гимн, по-китайски надо выучить. Но ты же не знаешь, как произносить по-китайски? Подружки помогают, они китайские. Из школы? Угу. То есть они могут прям по-китайски? Да. И как они помогают? То есть вы с ними... Написали мне как... Сними меня! Сейчас снимем. Так, ну-ну. То есть подружки помогают они тебе. Пишут, как говорится. Озвучивают написанный английскими буквами текст. Да. Последний лимерик, друзья, у нас прозвучит на спортивном тренажере в исполнении Саши. Давай, Саша. Одну давай. Секундочку. Давай. Я сейчас прыгну. А, я думал, ты прямо оттуда. Опа. Давай. Хорошо. There once was a really cool bird, who everyone thought was a nerd. But one day he flew, so high he not knew, much more of a bird than a turd. Молодец.